am the king, 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 king. I am the king, 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 king. I am the king, 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 king. I am the king, 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 king. I am the king, 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 king. Come on out, beat, beat, beat. I am the king, 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 king. Come on out, beat, 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 beat. I am the king, 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 king. Come on out, beat, 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 beat. I am the king, 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 king. Come on out, beat, beat, beat. Всем здорова, друзья, с вами Спикер, и я вас поздравляю с Новым годом и Рождеством. И, ребята, вас тоже с Новым годом и Рождеством. И сегодня будем брать элитный дом. Там много есть золота, много денег и, наверное, есть здоровенный сейф. Ну что, у нас осталось без 5-12, скоро будет Новый год, поменяем новогоднюю тему на телефончики и будем брать этот дом. О, симпатичная темка. Ну что, нужно, конечно, разведать, что у нас есть, какая обстановка, насколько сильно вооруженные охранники, конечно, будем их убивать. И будем убивать всех гостей, снимать золото и забирать деньги. Двухэтажный особняк с прекрасной елкой новогодней. Они меня просто не ждут там. Потому что без 5-12 скоро будут бить куранты, а мы идем на ограбление. Это реально круто, ребята, согласитесь. Ну что, погнали, берем оружие и погнали. Без 5-12 и скоро будем брать этот дом. Берем уже пушку. У нас сегодня есть дробовик, пулемет и, ребята, пойдемте за мной. Так, они за мной, окейшки. Тут, походу, закрыто. Ничего страшного, перелезем. Ребята, за мной, только аккуратнее, мы уже на территории и нужно тихо подойти к двери. Так, аккуратненько подходим, посмотрим. С Новым годом! Чудесная елка, два охранника с оружием и вижу, ребята тусуются. У них здесь вечеринка. Они отдыхают, веселятся и тут будет сразу ограбление. Просто нежданчик. Так, ребята, куда вы делись-то? Я вас не вижу. Они, видимо, перевозят с другой стороны. Хорошо, они пойдут с другой стороны, я пойду уже... Пойду напрямик и нужно снять их двух охранников. Ребята, где вы? Вот они обошли. Так, ну что, достаем оружие и будем гасить всех. Я возьму, наверное, пулемет, если что, у него, конечно, больше патронов, чем у дробовика. Но, ребята, по моему сигналу, мы штурмуем этот дом. Убиваем все, что движется, конечно. Вы готовы надрать задницу? Ну что, погнали и за мной. Они достают оружие сразу, сразу гасим одного и второго. Всех гостей тоже убиваем, чтоб они сообщили полиции. И заходим, конечно, сразу в дом. Так, два охранника уже сразу мертвых. Ребята, давайте за мной, только прикрывайте друг друга и гасим всех. Ух ты жесть, сколько тут людей-то. Вечеринка в полном разгаре. Так, один выбегает. Его нужно вынести. Вынести. Сейчас в полицию сообщит. Черт возьми, два, они разбегаются. Они слишком шустрые. Так, детка, погоди. Останешься тут, а? С Новым годом. Заходим домой уже и гасим всю охрану, которая есть в доме. Детка, прости. С Новым годом тебя тоже. О, у него есть оружие. У кого есть оружие, сколько народу, сколько здесь денег. Здесь денег реально очень много и нужно убивать всю охрану. Чувак, ты здесь... Чувак, никуда не уйдешь. Ох, слишком много. Гасим охрану. Ребята, прикройте меня. Один, второй, третий готов. Красотка, тебе не повезло. Второй этаж вроде чистый. Сколько крови. Детка, прости, мне нужно брать твое золото, которое висит на тебе. Так, тут чисто. Так, вижу, слева есть. Так, нужно перезарядку сделать. Жесть, сколько трупов-то. Чувак, ты не жилец. Гаси, гаси ее. Ребята, заходим уже. И давайте же обшманаем все уже трупы. И, конечно, нужно брать сейф на втором этаже. Так, еще одна осталась. Она готова. Готово, это тоже готово. Ребята, укрепляемся и стоим. Скоро приедет полиция и, конечно, нужно все гасить. На втором этаже кто-то есть. И сейчас нужно будет, конечно, это дело проверить.
Гости разбегаются кто куда, походу уже закрыли. Полиция закрыла уже выходы и не могут убежать. Давай второй этаж, проверим сейф и проверим остальных гостей. Может, кто и остался из охранников даже. Здесь чисто. Здесь тоже чисто. Так, последняя комната. И здесь тоже чисто. Окейшки, ребята будут взломать сейф. Я пока что буду отбиваться от полиции. И давайте же начинайте взломать сейф. Я вас прикрою, если что. Обалдеть, сколько трупов. Мы сегодня точно разбогатеем, и 18 год будет довольно богатый. Так, нужно найти хорошую позицию, где можно отстреливать. Так, ребята, прикрывайте этот вход. Уже, походу, приехал альфа-патруль. Ничего страшного, всех будем гасить. Надеюсь, ребята прихватили с собой РПГ. Давай же подходи посмелее. Гости разбегаются, можно, в принципе, их все вынести. Минус один, минус второй. Гасим всех, кто придет в этот дом. Сколько трупов, обалдеть. У меня довольно много патронов. Ребята, гасите, полиция на подходе. Патронов у нас много. Сделаем перезарядку. И нужно выходить, наверное, на улицу. Прикрывать с улицы уже. Чувак будет праздновать Новый год в морге, походу. Трупов чертовски много, конечно, надеюсь, сейф уже заломается. Мы, наверное, пойдем на улицу и будем отбиваться уже на улице. Гаси, гаси полицию. Альф-патруль на подходе, это очень серьезно. Так, патроны уже кончаются. Сделаем перезарядку и пойдем на улицу. Готово. Гаси всех. Все, чисто походу. И еще один труп в 17 году. А возможно уже и 18 год. Ребят, нужно выходить на улицу, уже штурмовать с улицы. Прикрывайте меня, я пошел на улицу. Минус альф-патруль. Лежать, детка, на земле. Черт с два, тут слишком много трупов. Много шума наделали. Добей, добей его, он же валяется, готов. Жарко начинается 18 год. Обалдеть. Тут слишком много копов. На заходе уже с другой стороны. Так, вижу полицейскую машину. Есть еще сват. Ребята, гасим всех. Надеюсь, вы взяли с собой РПГ. Нужно сбить вертолет еще. Прикрывайте, я собью на вертолет. Так, у меня нет РПГ. Вертушка готова. С Новым годом, друзья. Да, жарко здесь. Прикрывайте сзади, я буду спереди прикрывать вас. Круговая оборона, это хороший. Такой еще один вертолет. Его тоже гасим. Альф-патруль снова в деле. Всем с Новым годом, дорогие друзья, и Рождеством. И сегодня наша задача освободить дом, в котором засели бандиты, которые пытались ограбить. Все за мной, подойдем к главному входу, оценим ситуацию и начнется наш штурм. Только главное аккуратненько, потому что там есть ребята с РПГ, они довольно опасны и серьезные. Так, вот главный вход, походу двери открыты, настежь. Так, все за мной и прикрывайте друг друга, конечно, помогать нужно.
Так, подойдем аккуратненько. Ребята, подойди чуть ближе. Так, обычно с другой стороны. Итак, посмотрю обстановку. Вижу двоих с РПГ на крыше, с пулеметом и, походу, снайперская винтовка. Довольно серьезно, ребята. Хорошо, мы кидаем гранату и, наверное, начинается наш штурм. Ребята, начинаем штурм. Сперва нужно начать, конечно, с РПГ и со снайперской винтовкой. Кинем еще парочку дымовых, чтобы нас не заметили. Вот чертов с два! Меня снесли, ребята. Прикрывайте друг друга, хотя нет, отбой, отбой! Чертов с два, ребята, назад! Там, походу, с РПГ довольно больше. Сперва уносим с РПГ на крыше и снайпера, конечно. Так, один готов, второй тоже практически готов, второй готов. Черт возьми, ребята, прикрывайте, у нас есть потери уже. Обалдеть, Новый год начинается весело. Так, вижу троих на крыше. Ребята, прикрывайте, я вынесу на крыше. Так, один готов, РПГ улетел в небо. Так, один готов с РПГ, есть еще двое. Второй тоже и третий. Крыша практически чиста, там есть с другой стороны еще. Они выходят уже наружу. Ребята, держите обстановку. Я обойду с другой стороны. Так, один, второй. Походу, подорвал сам себя. Нужно идти уже на штурм. Но сперва нужно зачесть крышу, потом мы идем на штурм. Так, кто еще засел? Хорошо, ребята, оставайтесь на месте, я пошел штурмовать. Тут слишком жарко. Новый год начинается очень жарко. Вперед, прикрывайте меня, я пошел вперед. Ок, возьми, их тут слишком много. Таким гренку. И подойдем чуть ближе. Так, видишь, с левой стороны есть. Он готов. Крыша, кажется, уже чиста. Нет, крыша еще не чистая, есть СПГ, чувак. Таким гренку туда, прям в кучу. Они меня, так кажется, и не заметили. Сюрприз вам. Так, ну крышка вот есть, походу там есть ребята с РПГ. Нужно его снять. Так, вижу. Он готов, РПГ улетел в никуда. Так, слева чисто, осталось только справа. Ребята, осталось справа, зачищаем. Так, есть еще на крыше. Вижу, кого-то на крыше не могу достать. Правая сторона обошли нас. Нас, походу, пытаются обойти. Так, дом практически. У входа дома никого нету. Они засели в бубен. И на второй этаж тоже. Готов, пытается обойти нас с другой стороны. Крыша чиста. Так, я обойду нас с левой стороны и посмотрю. Прикройте меня. Тут у нас чисто. Да, здесь чисто. Обойдем с правой стороны и посмотрим, что там справа есть. Зачистим дворик и пойдем домой уже. Будем очищать дом. Еще парочку осталось, походу. Так, он готов. Он тоже готов. Обойдем, зачистим и посмотрим. Тут у нас чисто. Обалдеть, они хорошо засели. И тут слишком много было. Так, не пойму, откуда стреляет. Прям в кустах, что ли? Нет, с другой стороны. Так, она убита. Ребята, пора уже заходить домой и зачищать дом. Где-то прям в кустах, я его не вижу. Идем домой и зачищаем дом. Мне нужна подмога, и полиция Лос-Сандоса мне поможет. Они уже выходят из дома. Встречаем их прямо у входа. Обалдеть, их там слишком много. Гасим всех. Так, ингренку прям в кучу. Там будет много мяса. Так, мне нужно еще сват и ребята из полиции. Да, это будет больно. Обалдеть, сколько там сразу трупов. Там слишком жарко. Новогодняя ночь в полном разгаре. Там слишком жарко, их там слишком много. Ребята, гасите всех. Они выходят из дома просто горящие уже. Они словно обкуренные. Так, мне нужно еще под ногом. Полиция Лос-Сантоса, помогите. Еще одна гренку. И сразу зачищаем. Ух ты, да. Это было больно.
Ребята, с Новым годом! И ограбление ваше сегодня не удалось. Возьмем дробовичок и уже дробовиком добьем оставшийся. Полиция уже на подходе и будем зачищать дом. Да, полиция на подходе. И остались парочку. Обалдеть, они реально обкуренные, бегают уже даже горящие. Так, он сдох. Нет, живучий. Походу, у них бронежилет хороший есть. Так, капает с правой стороны. Ребята, прикройте меня справа. Кинем по гренку и зачистим. Так, я, наверное, пойду с правой стороны и будем заходить домой уже. Так, одного арестовали даже. Какой живучий тут оказался. У них реально есть бронежилет, который не пробьешь. Так, готов. Еще одну гренку и пойдем зачищать дом. Так, слева никого. Так, один вылетел. Он еще живой. Сейчас добьем. Они пытаются пойти еще с той стороны дома. Ребята, прикройте меня с левой стороны, я пошел с правой. Кинем одну гренку и зачистим оставшийся. Какой живучий-то. Нужна еще полиция, и будем штурмовать дом уже. Как хорошо засел, прям. Сейчас будем выкуривать, наверное, гранатой. Держи гренку. С Новым годом тебя. Один готов, остался еще один возле колонны. Так, вижу, вижу, засел возле колонны. Ну давай же, выходи. Не хочет выходить. Чего? Что у нас слева здесь? Здесь довольно жесткая перестрелка шла. Так, вижу еще одного. Еще один движется возле колонны. Обойдем с другой стороны дробовичком, добьем их всех. Так, готов. Чисто. Ребята, идем штурмовать дом. Обалдеть, тут слишком много было. Ребята здесь сели очень хорошо в этом доме. Бросай оружие. Готов? Нет, не готов. Теперь точно готов. Заходим в дом, штурмуем и, конечно, всех убиваем. Кто есть в доме? Какой живучий-то. Так, засел за колонну. Так, нужно пойти с другой стороны и убивать его. Отдыхай, с Новым годом тебя. Кончились патроны на дробовик, возьмем автомат. И, наверное, проверим второй этаж. Хотя там тоже, походу, чисто. Ребята уже вышли из дома. И там, походу, чисто. Ну что, друзья, мы зачистили дом. Поздравляю с Новым годом и Рождеством. И желаю всего хорошего. Ну а с вами был Спикер. Увидимся уже в других роликах в новом году. Всем спасибо, кто смотрел. И до новых встреч. Всем пока.